Участковые уполномоченные 2-го отдела полиции управления МВД России по Одинцовскому округу провели информационную акцию «Безопасный дом. Квартира для жителей». Сотрудники полиции рассказали гражданам о том, как обезопасить свое жилище и не стать жертвой воров. Прежде всего, полицейские настоятельно рекомендовали никому не сообщать о длительной поездке, следить, закрыта ли входная дверь и не пускать в квартиру неизвестных под предлогом какой-либо проверки.